Моя задача и мое появление на левом фланге, оно связано с одним. Моя задача поднять, укрепить и напитать левый электорат сегодняшним любовью к Украине и патриотизмом. Вот это моя задача, которую я перед собой... Потому что я уверен, что в данном случае эта часть населения, они не просто дееспособны и не просто умеют защищать и любить, а будут действовать в интересах сегодняшней нашей с вами страны Украины.